Поэтому по окончанию практически свадьба еще не заканчивается, она еще будет, но она подходит к концу. Когда ты уже полноценно стала женой, когда любимый тебя делал обручальное кольцо, готова ли ты сегодня, в этот день, проститься со своим прошлым? Готова ли ты проститься со своей девичьей фамилией? Готова ли ты отпустить то прошлое, где не было любимого? Там, где не было его объятий, там, где не было его теплых слов. И, конечно же, когда ты не ощущала какой-то поддержки и защиты, и сейчас все у тебя это есть, готова отпустить прошлое? Точно? Дорогие друзья, я сейчас с большой радостью хочу показать вам всем эту фамилию в последний раз. Пармаклин. Она для тебя сегодня будет в последний раз. Да, она останется для тебя, но она останется в прошлом. Поэтому, если ты сказала «да», мы сейчас будем выходить на улицу и отпускать ее. И там же на улице вас всех ждет праздничный салют. Пожалуйста, все вместе, дружно, выходим на улицу, где мы будем смотреть.